цветет, как все. Вдоль дорог, видите, ходит, собирает деньги. Покажу немножко. Куда мы едем? Мы едем в городок Сильвер Спринг. Они не любят, когда мы их снимаем. Да, Вова? Не знаю, я не снимал ни разу. Это я все снимаю. Рассказывай, куда мы приехали? Приехали на станцию, которая измеряет выхлопные газы. Уровень СО, углекислорода, уровень углекислоты в отработанных газах. Это за вредность, короче, которая отвечает. А где это находится? Ну, вот эта станция, они здесь проверяют, как это работает. Где это находится? Мы находимся в городе, который называется Silver Spring. А как эта станция называется? Ой, я не знаю, как она называется. Откуда ты знаешь эту станцию? Потому что я сюда ездил с другими машинами проходить этот уровень. А когда ты сюда первый раз приехал? Я не помню, Света. Тебе кто-то показал, где она находится, да? Света, когда они присылают тебе такой документ, что ты должен пройти, они тебе присылают карту, где там нарисовано, где ты можешь куда поехать, где выбрать. С указанием адресов и прочих вещей. Это один из них. Есть еще другой. А как это измеряется? А вот сейчас увидишь. Вот он, та машина простояла, он под выхлопную трубу ее что-то подсунул и все. Замерил. Вон, смотри, видишь, вот он что-то ставит под машину. А как часто это нужно делать? Раз в два года. О, в какой маске. Хай, сэр! Нам ничего не надо было проверять, муж перепутал дату. Я по-русски посмотрел. Первое число 4 месяца, думаю. А здесь наоборот, апрель, сначала да. Месяц. Да. А мне показалось. А потом число. А я думаю, ну вот первое число, 4 месяц это. Сейчас как раз конец марта, значит, 1 апреля. Понимаешь, я думаю, ага. Что так иду. Короче, зря прокатались. Зря прокатались, да. Ну, зато будем знать. Нам в результате нужно эти газы проверять 1 января, да, 23 года. 4 января. Нужно пройти в любое время до 4 января. Можно в конце декабря приехать. До 4 января. Сегодня мы решали финансовые проблемы, и тебе звонили. Откуда? С газовой компании, да? А мы были в машине, слушали музыку, и тебе тут звонит. И что, как ты разговаривал, расскажи. Нихуя не понимая, говорил yes и все. Вова без матюков. Ну, нихера не понимал, что он говорит. Что он говорит? Он говорит, что мы вас меняем, вашу эту какую-то там электрическую компанию. До чего? Чтобы уменьшить наш payment. И что? Я согласился на это дело, все. Ты только говорил yes, да? Да, я только должен был сказать yes. И результат какой у нас в результате? Что? Ну, нам должны прислать сейчас пакет документов, что мы поменяли какого-то там электрического провайдера или пидорасинга. Я не знаю, кого мы там поменяем. Не матюкайся. Я не знаю, кого мы там поменяем сейчас. Гуся, ты слухаешь, папа матюкается? Ну, должно быть меньше пейма. В общем, главное говорить yes. Да, главное говорить yes. Ой, Буся, побежали. Полетели, побежали, Буся. Да, у нас тут есть работа с Бусей. Расслабиться невозможно. Так, снимаю аварию. Дорога перекрыта, стоим, ждем. Что там? Скорая, да? Полиция, наверное. Пожарная стоит и скорая стоит. Пожарная.
И полиция. Все мелькает. Полиция. С левой стороны все. А там полиция собирается. Ты лучше расскажи, куда мы едем с тобой. Мы едем кушать еду, покупать еду. В сифуд-буфет. Что у тебя сегодня? У меня сегодня день рождения, будем вкусненько кушать. Да, у мужа сегодня день варенья. Я уже его поздравила. Сегодня должна была ехать в Вашингтон. И муж мне предложил такой вариант, чтобы поехать набрать готовой еды. Поэтому я написала, что не приеду. Чтобы тебе не готовить. Чтобы мне не готовить, я не могла отказаться от этого соблазна. Что-то серьезное случилось. Что это? Я снимаю. Бегом давай, быстрее, мужик. Красный свет. Я же сказала, снимаю. Вот видишь, вот где надо снимать, вон где надо снимать было. Ты снимаешь? У нас сегодня очень-очень холодно и пасмурно, и ветер. Даже снег срывался. Собирались завтра в Вашингтон ехать, смотреть, как вишня цветет на фестиваль. Но завтра будет еще холоднее, поэтому будем смотреть, как здесь цветет. Такая плаза торговая. А мы едим наш любимый сифуд. Фуд-буфет. Так, уже вкусненько пахнет. Здесь плавали большие рыбы. И уже нет их. А нет, вот есть. Еще жива. Привет. Ты что там спряталась? Людей много. Сейчас время 6 часов вечера. Пришли покушать. Не все в масках. Некоторые без масок. Да, много людей. Стоим в очереди. Все, папа у нас отдыхает. Так, покажу, что мы привезли, сколько коробочек. Вот это вот все сифуд. У нас есть шампанское. И еще шампанское на завтра. Так, это специи. А это у нас сейчас будет новый стол. Вернее, это новая скатерть. И вот такие вот салфеточки. И стол будет как новый. Что у нас здесь? У нас здесь лимончики. Вот так должно выглядеть. Сейчас посмотрим, или по размеру оно подходит. Стол большой довольно-таки. Такая скатертенка у меня получилась. Рисунок. Все, садимся кушать сейчас. Красивенько, веселенько такая. Буся там уже развалился. А Бусенька, скажи, мама, я устал. Народ нахолодает на Украине. Давай, за тебя, родной, с днем рождения. Спасибо, родная. Пусть все твои мечты сбываются. Угу. Здоровья. Угу.
финансового благополучия, а кто-то сейчас получит. Ничего не трогает, он только мандаринку трогает. Чтобы исполнилось все, что ты задумал. Хорошо, спасибо, родная. Давай. Кто-то звонит, тебя поздравляет уже. Так, 11 ночи, я устала как сволочь. Я вам сейчас раскрою секрет. У меня стресс, и я ем совершенно вредные продукты, которые раньше никогда не ела. То есть я подумала, если я ночами не сплю из-за ситуации в Украине, и у меня постоянный стресс, нужно это чем-то компенсировать. Поэтому поехали. Покажу, что я ем и пью. Показываю этот балдеж. Набираешь лед. Много льда. Берешь кока-колу. Одну порцию, потом вторую. И глушишь ее. Я это глушу сигареткой. Это так вкусно. Ой, красиво. Вот это вот кока-кола, я ее боялась пить, потому что она не полезная. А Zero Sugar, то есть ноль сахара. Но здесь яд, здесь аспаркам, который очень вредный для здоровья. Лучше жрать сахар, чем эту гадость. А вот здесь у меня фрукты, я их сейчас не ем. Абрикоски немного поклевала, но вот как-то нет настроения, хочется вредной еды, например, вот такой вот. Конфетки, это смесь, здесь всякие сникерсы, твиксы, Milky Way, вся наша вот эта вот детская сладость, наша детская мечта. А здесь у меня еще там вот чипсы лежат, поэтому... Я решила умирать все равно один раз. И мне это реально повышает настроение. Запрещенный плод сладкий.